Добрый день, меня зовут Алина Демьяновна, и я мануальный терапевт, юмейха-терапевт. Сегодня у нас пациент Тимур. Подскажите, пожалуйста, какие у вас жалобы? Ну, жалоб у меня как таковых нет, все знают. Но вот сегодня мы долго летели, и немножко затекла шея, спина, шея, немножко проблемная зона, с утра бывает тянет. Ну вот, это ременная мышца, подзатылочная. Хорошо, тогда сначала приведем диагностику, а потом уже будем применять мануальную терапию с элементами остеопатии. На диагностике мы выявили сколиоз первой степени, плюс гипертрофия мышц и натяжение мышцы, которая подтягивает лопатку с левой стороны. Все отлично. Точно, все отлично. О, господи. Почему все так тяжело? Положитесь, если есть шнурки, чуть-чуть расслабьте их. Для начала сейчас расслабим все мышцы, чтобы уже поближе подобраться к позвонкам. И попытаемся поставить... Это уже мурашки идут. Лопаточку на место. Давно это беспокоит вообще? Шея? Вообще лопатка. Ну, лопатка особо не беспокоит. Рука не имеет? Нет. Это, скорее всего, из-за сколиоза, из-за изменения. А сколиоз вообще с рождения истинный? Или приобретенный все-таки? Ну, первый раз в спортдиспансере лет 13 сказали. До этого не наблюдали, да? Сейчас для начала вибрационными движениями раздвинем все позвонки и попытаемся восстановить межпозвонковые диски. Не пугайтесь, это не больно. Дискомфорта нет? Нет. Вы больше Таня дает? Первый раз, когда проходим, мы их полностью распрямляем сначала, а потом уже начинаем делать именно вправку. Если есть какие-то смещения или перекосы, уже регулируем руками. Не больно, нормально? Нормально. Лопаточка здесь ушла, тянет за собой позвонок. Небольшое смещение двух позвонков в грудном отделе имеется. Спазмирование с левой стороны прям намного больше еще. После самолета. Прям катается. Хорошо, прям чуть-чуть неприятно. Mm-hmm.
Вторую. Угу. Ножку сгибаем, сгибаем. Ну. Сейчас проверим таз. Ножка идет спокойно, никаких блоков нет. Дискомфорта нет в тазовом? Нет. Не больно? Нет. Сейчас проработаем грыжевидную мышцу. Она немножко болючая. Чуть-чуть придется потерпеть. Особенно после сидения. Это да. Тут немножко седалищного спалю. Не больно? Нет. Ощутимо. Но это всегда. Это да. Я как у нас меня всегда болевой синдром имеет. Чуть-чуть расслабляемся. И расслабляемся. Так, сейчас промнем шейный отдел. Немножко расслабим мышцы. Чуть-чуть головку на лобик поставьте. На лобик. Ага. Thank you.
почти на голову тоже. Головку чуть-чуть на лобик. Не больно? Mm-hmm.
Сейчас ко мне спинкой садитесь, ножки вниз, ко мне спинкой. Сейчас ручку вот так вот крутим, крутим. Можно чуть-чуть быстрее. Угу. Может, тянет? Да, угу. Болюще. И отпускаю, другую сторону теперь. Угу. Угу. Отпускаем и ручку за голову теперь. Угу. Расслабься, не будет. Угу. Отпускаем. И теперь точно вот эту ручку. Это будет больнее. Давайте. Чуть быстрее. И обратно. И за голову. Опускаем. Ручку сюда. И расслабляемся. Вторую ручку. Вдох-выдох и расслабляемся. И еще. Головку чуть вперед. Угу. Чуть-чуть будет неприятно. Не больно? Ну, чувствительно, но не так, чтобы. Воспалено. Не больно? Да нет. Ну так чувствительно чуть. Угу. Головку расслабляем. Угу. Нормально голова не кружится? Нет. Челюсть не прохрустывает. Нормально? Да. Головку вперед. Мышцы не тянут? Сейчас нет. Назад. Чуть-чуть неприятно. За спинку. И второе.
Не больно? Угу. Еще, еще спинку. И буквально минуту. Терпим, терпим. Угу. Опускайте. И ложитесь еще раз. Пять дней подряд ноги ходили, вот ноги делают, какая-то волна облегчения такая идет. Движение вообще на мышцу очень хорошо действует, потому что оно ее сначала спазмирует, а потом вытягивает, и потом оно расслабляется сразу же. Чуть-чуть носочек на себя, тянешь, растягиваем мышцы. Носочек. Кремножные прям ощущаются. Что, забитые или нет? Угу. Расслабляемся спинку и вверх чуть-чуть и еще и полностью ложимся на ножку.
Чуть-чуть сюда. Ножку сгибаем. Расслабьте. Еще раз расслабляем. Да. По-моему, так у меня не хрустело никогда. Найди ручку. Расслабляйте. Расслабляйте. После правки позвоночника необходимо зафиксировать мышцы, чтобы в дальнейшем обратно все не съехало на свои места. Вообще это принято делать эфирными маслами, но это очень тяжело морально и физически, в принципе. Поэтому у нас в России заменили именно свечками. Кинезии точки ставим с теми участками, которыми мы именно работали. Также очень хорошо для прогревания седалищного нерва работает. Прогревает хорошо. Терпимо? Ну да. Сразу же убираем, это не болезненно. После того, как парафин попадает на кожу, мышцы начинают стимулироваться и закрепляют позвоночник в том виде, в котором мы его оставили. Не больно? Нет. Можете вставать. Все, сеанс закончен. Все, спасибо. После самолета было вдвойне приятно. Интересно, каждый раз что-то новое, кто-то все делают. В общем, спасибо, все понравилось. Не болейте. Ставьте лайк, если вам тоже понравилось.